How many days have I given you? How many nights have I made love to you? How many times have I been lying to you? No matter what you say, I'm true with you. Как премьера, ну, не побоюсь этого слова, наверное, вообще российская премьера, но и в городе Магнитогорске. Премьера от Tokyo Motors. Фирма, которая реализует и обслуживает автомобили марки Subaru. Знаете, почему я сегодня такой немножко небритый? Потому что еду в чисто мужском автомобиле и по сути, и по духу. Почему по сути? Потому что это, как бы сказать, джип. Джип от Subaru. Subaru Tribeca B9. Я не побоюсь этого слова и немножко так припущу достоинства и BMW X5 с 3-литровым двигателем, и, скажем так, Volvo XC90, ну и там кое-что типа Touareg под концерна Audi. Вы знаете, ни один автомобиль подобного класса так не будет ездить. Почему? Потому что этот автомобиль комплектуется самым американским, правда, оппозитным двигателем, 3-литровым, с наиболее удачной развесовкой, с объемом 3 литра, как я уже сказал, с мощностью 250 кобыл. Да, и, кстати, в скором времени появится 3-литровая турбовая версия Tribeca. Если эта Tribeca гоняет просто не по-детски, то что будет в варианте турбо? А машина по вполне конкурентоспособной цене, 66 тысяч долларов, между прочим. И в настоящей американской комплектации весь электронный фарш, раздельный климат-контроль, количество эрбегов перечислять не буду. Очень приятные подстаканнички, подбутыльнички. Автомобиль Subaru B9 Tribeca. И первое, на что я обратил внимание, когда сел в автомобиль, это такой вот пультик на солнечно-защитном козырьке, и пульт управляет гаражными воротами. А это значит что? А это значит то, что автомобиль американский. Здесь еще очень много признаков того, что это автомобиль американский. Допустим, спидометр, у которого главная оцифровка в милях. Управление климат-контролем, у которого циферки Фаренгейта. Ну и, конечно, комфорт. Настоящий, американский, капитанские кресла. А для кого создана эта машина? А для людей высокого полета. То есть для американцев и для россиян. Но американцы сами понимают, почему. Потому что нация считает себя сейчас первой в мире, ну, наверное, не безосновательно. Почему для россиян? Ну, потому что россиянам пока что на Porsche 911 кататься негде. И поэтому все производители автомобилей с оппозитными двигателями сделали ход конем и прибавили в свой модельный ряд кроссоверы такие, на которых ездить приятно и спокойно, и с огоньком. А огонька в этой машине, я вас уверяю, больше чем достаточно. Что касается ходовых качеств, ну, автомобиль на 18-дюймовых колесах с такой шириной резины плохо управляться просто, по идее, не может. Ну и, конечно, этот легкий на ходу автомобиль, он может быть чуть ниже, но зато длиннее своих конкурентов, типа BMW X5 и Volvo XC90. А еще он красивее. I'm true with you. How many special moments have I shared with you? How many tears have I...